Азалия Хурамшина – аспирантка БГПУ. Она преподает в университете, изучает башкирскую филологию и языки народов России. В этом году она стала участницей Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» и получила грант от Росмолодежи на реализацию своего проекта в размере 100 тысяч рублей. Мы с научным руководителем долго сидели, обсуждали, то есть какие сейчас проблемы, острые проблемы возникают у молодежи, и решили создать международный научный клуб «Акмулаб», где мы соберем интеллектуальную молодежь Республики Башкортостан, Казахстана и Турции, создадим базовую площадку для развития лидерских способностей, создадим условия для духовного развития, культурного, профессионального, образовательного развития. И также вовлечем эту молодежь в решение острых проблем нашей великой и могучей страны. Восстановим международные связи, международные контакты, поскольку это сегодня актуально. Всего в рамках шестой смены форума свои идеи представили 144 человека. Из них грантов были удостоены 32. Помимо конкурса проектов, участники прослушали лекции ведущих журналистов, преподавателей и деятелей культуры. У нас каждый день проходила защита, каждый день новый эксперт, новые ощущения, новые эмоции. Было, в общем, здорово. Вернувшись в Уфу, Азалия уже начала реализовывать свой проект, который объединит интеллектуальную молодежь Башкортостана, Турции и Казахстана. Планы у нас большие, намечены, то есть это проведение мастер-классов, онлайн-конференции с молодежью Казахстана и Турции, то есть мы будем выходить на международный уровень, ну и, конечно же, пригласить, вовлечь как можно больше молодых, активных, инициативных людей в наш клуб для того, чтобы наше общество процветало, наш мир стал немножко краше.